что меня бесит больше всего. Блин, что же меня бесит вообще? Когда у тебя все из рук падает, ты не звоню. Нет, это меня не так сильно бесит. Ну нет, даже есть что-то, что меня больше бесит. Например... Консультанты? Да, консультанты в магазинах, которые, знаете, вот это подходит. И ты такой подходишь, ты ищешь что-нибудь, ну, на витринах смотришь, просто зашел, просто, может, что-то посмотреть. И они: здравствуйте, вам что-нибудь подсказать? Ты говоришь всегда: нет, спасибо, если понадобится, я обращусь. И он начинает тебе что-нибудь подсовывать. Спасибо. А вот посмотрите вот это, а вот это, а посмотрите на снова коллекция. Вот это я ненавижу, вот. Так, играем дальше. Когда я в последний раз занималась спортом, мне кажется, этот вопрос должен был задать Антон. Антон, я скоро вернусь. Играем дальше. Где бы я хотела провести старость? В дурдоме где? С тобой только есть. Со мной, то тебе осталось раньше время придет. Так, ладно, давайте по-настоящему ответим на этот вопрос. Мне кажется, где-нибудь на берегу... Блин, что так плохо видно? Испании! Майкл Джексон. Сон, любовь, еда, конечно, еда. Давай. Сколько детей ты хочешь? Одну девочку, а лучше две. А лучше две? Две. А может, мальчика? Нет, только девочку? Две девочки. Серьезно? Да. Это лучше, чем один мальчик и две девочки. Как интересно. Твой скрытый талант. Петь. Это скрытый? Да, я петь люблю. Но это же не скрытый талант, это же явный талант. А скрытый какой? Не знаю. Которым никто... Рисование. Да? Интересно, какой выпадет. У тебя есть татуировка? Нету. Были у меня татуировки. Да? Были. Накладные. Такие вот, которые накладывают. Накладные татуировки.